Привет, с вами Иван. На гитарных форумах, а также в моей группе ВКонтакте регулярным является вопрос от начинающих, при помощи какой педальки добиться жесткого, тяжелого перегруза. Задающий вопрос подразумевает, что все делает педалька. И в этом видео я решил проверить, а так ли это, действительно ли можно получить законченный, плотный, жесткий перегруз металлического формата лишь из одной педальки. И педальку я выбрал с говорящим названием Metalcore компании Nux. Давайте разберемся, как я это дело тестировал. Metalcore-истую педальку я воткнул напрямую во вход моей звуковой карты Tascam US4x4. Гитару я использовал Framus Renegade Custom 2 в заводской комплектации, ну и пару шнуров Klotz и Monster Cable. Давайте сначала послушаем необработанный звук, а затем нажмем заветную кнопочку. Не, при помощи одной лишь педальки жесткого тяжелого перегруза не добиться. С вами был Иван, на моем YouTube-канале есть еще множество видео на гитарную тему. Так, ладно, спокойно, я вас прикалываю. Конечно же, педалька должна включаться в усилитель. В ламповый усилитель со специализированным гитарным кабинетом 4/12. Это должно сниматься специализированным микрофоном, например, Shure SM57, и подаваться уже только после этого в звуковую карту. И об этом я рассказывал в своем давнишнем видео об импульсах гитарных кабинетов. Ну так давайте же применим наши знания на практике и наложим импульс. Я выбрал бесплатный, кстати, импульс Red Wires Marshall 1960 и бесплатный кабинетосимулятор Pulin LeCap 2. Давайте же повторим тест. Очень хорошо, а как это будет смотреться в миксе? Я воспользуюсь своей кастом-гитарой SD Custom Guitars со звукоснимателем Fokin Hot Breeze в бридже. Поехали! Резюмируя, педалька Nux Metalcore Deluxe очень хороша, сделана добротно, легко можно получить тот самый жесткий перегруз, которого так хочется,
такой плотный палм-мьют на рифах. Наилучшее звучание она дает, если включаться в ретурн усилителя или прямо в ламповый мощник, то есть ей никакой дополнительный ламповый преамп не нужен. Звук законченный, и это, я считаю, плюс. И единственный минус, который я в этой педальке нашел, здесь нет встроенного спикосима. То есть, скажем, если взять какой-то внешний спикосимулятор, например, AMT Pangea, то эта вещь превращается просто в чудо-комбайн, который можно с собой таскать и прекрасно везде звучать. Но было бы классно, если бы тут внутри, тут даже USB-вход есть, по USB заливались бы импульсы внутрь, и можно было включать и выключать спикосимулятор с любимым импульсом любимого кабинета. В целом, педаль на твердую четверку. Да что там, 4 с плюсом. С вами был Иван, на моем YouTube-канале есть еще множество видео на гитарную тему. Пока!